Всем приветики! Я хотел бы показать вам, как заправлять зажигалку. Вот у меня есть такая зажигалка. Видно, сколько в ней газа остается. И ее можно заправить. Я для этого купил специальный баллончик, чтобы можно было заправлять. И я всегда раньше заправлял таким вот образом. Ну, там в комплекте насадки идут. Я ее, кстати, еще подрезал. Здесь палочки торчали, мешали, я их обрезал ножиком. Я раньше таким вот образом заправлял. Просто ставил зажигалку сверху и нажимал. Оказывается, нужно заправлять таким вот образом, чтобы зажигалка была снизу, баллон сверху. Вот. Тут об этом пишет. Он баллон использует с инструкцией. Баллон заправочной головкой вниз и вставьте в сопло отверстие. Вот. И здесь еще пишет, что запрещено вдыхать, потому что средство чрезвычайно опасно для здоровья, для жизни и здоровья. Поэтому, когда заправляете, наверное, надо задержать дыхание. Ну и делалось это в хорошо проветриваемом помещении. Лучше выйти куда-то, я не знаю, на улицу, заправить и все. Поэтому мы сейчас переместимся в тамбур. Я покажу, как заправляю. Ну, вот таким вот образом проводится заправка зажигалки. Как вы видите, там уже полненько. Ну, побольше стало явно. Чуть-чуть там капелька осталась не заправлена. Конечно же, не должно быть такого, что когда вы заправляете, газ выходит в разные стороны. Но почему-то оно плотно не прилегает. Здесь вообще изначально были два зубчика торчали. Там вообще такая дырка была. А теперь я срезал, дырки нету. И через ту дырку шло. Хотя сейчас она неровненькая. Вон, вот эта сторона чуть повыше. Может быть, еще больше отрезать. Но в итоге она плотно не прилегает, и она выходит. По идее, вы когда прижали, ничего не должно никуда выходить. Все должно в зажигалку заходить. Ну, просто я уже знаком, что такое может быть. Поэтому надел перчатки. Потому что когда газ выходит, он сильно охлаждает. Бывает, эта штука даже инеем покрывается от холода. Поэтому я руки надел, на перчатки надел, чтобы руки не замерзли. Вот. Так что лучше, если вы заправляете тоже, если вас вдруг будет травить, надеть перчатки на всякий случай, чтобы не отморозить руки. Ну, такого не должно быть, конечно, чтобы оно пырскало. Но мало ли, если вдруг будет, чтобы руки не замерзли. Ну и плюс не вдыхать, потому что написано «чрезвычайно опасно для здоровья». Так что не вдыхать. Заправили где-то в отдельном помещении и ушли. У меня это тамбур, поэтому... То есть я не в квартире это делал, я ушел в тамбур. Вот. Ну, либо на балконе вышли, закрыли за собой балкон, заправили. Зашли в квартиру, опять закрыли балкон. Но балкон, естественно, открыт на проветривание. Либо вообще на крыльцо выйти там куда-нибудь, либо на улицу. Вот. Так что таким вот образом можно заправить зажигалочку. Было где-то в конце, стало наверху. Кстати, удобно, что видно. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедова.